Вот здесь перелифт копали, добывали, вернее. Такая траншея. Здесь же соревнования проходили года 3 назад. Вот туда вот. Их номер уже снесло. Вот этот вот. Там номер висел на фоне него. Фотографировались ребята, а потом выезжали вот здесь вот. Интересное место. Настолько мелкая кварцевая щетка, что даже смотреть не хочется. Вот здесь тоже щеточка перелифтовой жили. Вот такой вот перелифт жильный. Вот такой бы спил сделать по всему этому кусочку. 80 кг, наверное. Я его перевалить-то перевалил. Или вот так вот. Пусть молодежь смотрит. Тут какая-то халцедоновая корочка вроде. Да есть материал, в принципе, кто занимается поделочными работами. Можно найти. Хорошая штука. Ладно, оставим все это. Идет мелкий дождь. Такой противный осенний. Вот кто-то кварц пластал. Старая, наверное. Или не старая. Да нет, нормально. Соберем на жреху. Так, ну и все, что ли? Воды меньше стало. Тут вот все и обнажилось. Тут вот все и обнажилось. Вот зеленый. Ну это жильный глубоко. Чем выше поверхности, тем присутствуют более яркие оттенки. Ну, кто-то уже тут проверил яркие оттенки. Это видно. Я тут год не был, поэтому резко это все в глаза бросается.
темные кусочки. Ну ладно, ну где грибы-то? Там что-то на той стороне маячит. Какой интересный. Что? Ой, поганый. Ну да ладно. Вот видите, какой экземпляр. Чуть не упал ногой. Нога сыграла, и вот такой вот переливчик с корочкой. Водичка. Вот, да. Ну да ладно. Совсем немного лет прошло, а уже все заросло. Как быстро все меняется. Сегодня здесь были вырубы, а завтра уже заросли. Сегодня ты жив, а завтра неизвестно. Хотелось проверить, тут есть жилка кварцевая. Похоже на то. И все как-то оттягивал время. Все недосуг было. Так. И не попал на нее. Сейчас хрен найдешь, наверное. Ой, сыро. С этой травы весь насквозь уже. Ну ладно, золотую осень подождем, когда сухо будет. Даже переливчик. Переливчик. Так вот. Пошебуршишь. Стукнуло. Точно. Так, ларчик. Приехал грибы посмотреть, а тут на дороге, ну вот это, после дождя мелочь выскочила. Интересный перелифт. Машина прошла, и в колее где-то был тут.
симпатичные кусочки. Мелкие, правда, но на поделке кому-то сгодятся. Ну, очень хороший. Яркий. Яркий, яркий. Осень, листочек лежит, и думаю, что здесь перелифт. Красивые кусочки, красивые. Идешь в одну сторону по одной колее, потом разворачиваешься и обратно в другой. Из рук выпадает. А ты что тут пристроился? Дождь пошел опять. Дождя нет, плохо. Дождь идет тоже плохо. Ну вот. Думаю, что маленький оказывается совсем не маленький. А может, это и не перелифт. Вау. Мыть надо, что-то я не вижу в этих очках. Вот это перелифт, смотрите, какой красивый. Ну вот этот вот вообще красивый. Ой-ой-ой, выпрыгнул куда-то. Ну вот. Да, чудесненький. Очень красивый образец. Тут же рядом мелочевка.
тоже, думаешь, маленький, а он средний. Идет мелкий дождь. Такой противный осенний. Вот кто-то кварц пластал. Старая, наверное. Или не старая. Да нет, нормально. Соберем на жреху. Так, ну и все, что ли? Воды меньше стало. Тут вот все и обнажилось. Тут вот все и обнажилось. Вот зеленый. Ну это жильный глубоко. Чем выше поверхности, тем присутствуют более яркие оттенки. Ну, кто-то уже тут проверил яркие оттенки. Это видно. Я тут год не был, поэтому резко это все в глаза бросается. Темные кусочки. Ну ладно, ну где грибы-то? Там что-то на той стороне маячит. Какой интересный. Что, ой, поганки. Ну да ладно, вот видите, какой экземпляр, чуть не упал ногой, нога сыграла, и вот такой вот переливчик с корочкой.
водичка. Вот, да. Ну да ладно.